Симфонический оркестр Государственной филармонии имени Еркегали Рахмадеева представил концерт под названием «Неженская профессия» из цикла «Viva Musical». Программу приурочили к Международному женскому дню. Как прошел вечер классической музыки, расскажем в сюжете. Разрушая стереотипы и расширяя границы, в честь Международного женского дня в Казахстан приехала дирижер из Германии Оксана Величко. Стать за дирижерский пульт маэстро в нашу страну пригласил заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухиддин. Сегодня программа состоит из классической музыки, которую я называю популярной классической музыкой. Мы с Абзалом Миразбековичем советовались. Он предложил третий фортепиано Бетховена и вторую сюиту «Орлезианку» я попросила. Это очень красивое произведение. Программа состоит из произведений классической музыки. Это сюиты французского композитора Бизе. Любители Бетховена порадовали концертом для фортепиано. В качестве его солистки с симфоническим оркестром филармонии выступит гость вечера Софья Каменецкая. Название концерта «Неженская профессия» и очень спорный лозунг. И сегодня мы с Оксаной постараемся правильно преподнести это. Показать наше отношение к музыке, к исполняемому репертуару, к зрителям, нашу любовь к искусству. Конечно, это всегда очень сложная работа, но это замечательная музыка, и это всегда того стоит. Безукоризненная работа дирижера требует немалых усилий. Сложные и напряженные произведения под чутким женским руководством звучат, не потеряв своей глубины. Тамирис Белялко, Нат Махмутов, 24 KZ.